И снова здравствуйте, у нас 150-й день, и мы уже довольно-таки неплохо вкачались, как говорят друзья наши евреи. Так, девка, я надеюсь, тебе не нужно кучу подарков дарить. Один, на тебе один подарок. Ой, так мило, спасибо тебе. Да пожалуйста, ты такой замечательный. А где же влюбленность? Что? Тебе одного подарка не хватает, так ты ж шлюха. Шлюпка. Маленький подарок. О, так мило, спасибо тебе. Ты такой замечательный. Да, я замечательный. И давай мне баф. Да-да-да-да-да, давай мне баф быстрее. Почему нельзя это скипать? Нельзя это скипать никак. Зараза, ну ладно. Бздынь. Почти как раз будет полностью теперь. Раз, потом... А чё это нам жратвы сюда не добавили? Я не понял. Это совсем-совсем нечестно. Я думал, больше жратвы будут в холодильник ложить. Нам-то нужно здоровье восстанавливать. А его только жратвой восстанавливать. Так, вопрос, нужно ли нам с этим якшаться, с тренером? Нет, мы только на него здоровье потратим, нафиг нужно. Давайте лучше просто качаться, да? Что мы, значит, качаем? Ну, вначале покрышкой все качаем, чтобы восстановить вот эти вот штуки, чтоб сила докачалась, а потом пойдем вот этим вот всем качать. Так, что, надоела покрышка, ты издеваешься? Покрышка, чем она тебя не устраивает? Она же замечательная. О, будет 12. Прикиньте, 12 выносливости будет. Круто. А, нет, не будет. Возможно, и будет, а возможно, и не будет. Посмотрим. Как-то не успеваем мы больше вкачать. Да. Даже со всеми хитростями нашими, чтобы вообще не тратить времени, все равно как-то очень все плохо идет. Бамс, бамс. А нет, 12 успеем вкачать. Надеюсь на это. Ай, есть, успели. Вот бы еще с кем-то посражаться теперь. Хотя можно со следующим боссом посражаться на таком. Вот Брюс тут какой-то. Ну блин, с Брюсом не получится, у нас не хватает еще. Ну а с кем тогда? А, вот это вот доступна как раз фигня. Но для этого, собственно, нужно пиццы накупить, я думаю. По-быстренькому на автобусике. Сразу же накупим здесь пиццы немного. Раз, два. Сколько она? По 10 здоровья. Вот пицца хорошо здоровье восстанавливает. И она дешевая по сравнению с мясом. А восстанавливает столько же. А насчет еды лучше, конечно же, мясо. Ну, 2 здоровья. Давайте 3 пиццы возьмем. И вот этого наберем, естественно. Главное пешком не пойти и не сбить 12 выносливости. Это было бы очень плохо. Теперь давайте пойдем здесь возьмем. Так и так. Ну и придется съесть еще одно мясо. Блин, еще одно? Ну ты, вы издеваетесь, здоровье так.
трудно восстанавливать. Ой, стоп. А, ну с этими воевать. Ну, пускай будет, в принципе. Ой, чё, новые бандиты? Вы издеваетесь? Хотя 8-8-8, и он чё-то тут... Медвежья хватка. Энергию много потребляет, энергия. Это интересно. Ну давайте так, что ли, запустим. Посмотрим, как это получится. Так. 13 урона! Как ты пропустил его? Слей его! Слей быстрей! Бамс, 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 бамс! Бамс! Так, 62 против 26. 7, это 5, это 8. Да, 8 это много, конечно. Техника мимо. Давайте лучше технику мимо поставим. Вдруг он мне нанесет много урона. Это мне пригодится в том случае. Бумс-бумс. Отлично, нокдаун. Восстановили всю энергию, теперь можно опять скачать его. Ну и теперь он меня вообще не попадет. Это было ясно с самого начала, на самом-то деле. Так, и как бы... Можно теперь энергетиком немножко побыть. Дунс, 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 дунс. Что-то энергетик плохо работает совсем. Танц, 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 танц. Постоянно атакую, вот видите? Это полезно, в принципе. Правда, можно и пропустить атаку. Какие-то они сильнее стали, я смотрю. Вот смотрите, 10, 10 и 5. Это отстой вообще. У него даже у ворот есть. Йокагери, удар в колено, удар в лодыжку. Почему у них всех эти удары в лодыжку? Блин, мне бы такой удар, я бы их всех расфигачил. Запросто просто. Здесь давайте ему пиздюлей отвешивать побыстрее. Комбо, комбо. Комбо, комбо, запятая. Бамс. Нифига он мне не сделает. Слабовато будет. Слабоватый ты, понял? Так, 72-61. Ну, не знаю, восстанавливать, я думаю, не особо имеет смысл энергию. У нас, конечно, есть такая штука. Меня и пока что все это устроило. Что было. Ты чё пропустил удар, ты дебил? Вообще дебил. Полный. Так, комбо, еще комбо. Ну, у нас больше, чем у него энергии, это стабильно. Ничего не собирает меняться. Спинолом какой-то. А, вот, он себе восстановление энергии поставил. Ну, блин, теперь он меня нокаутировать может, зараза. Сволочь, он взял эту фигню. Сволочь. Теперь я ее возьму. Сейчас посмотрим, кто кого теперь. Я-то побыстрее буду восстанавливать. Понял? Хардкорненько, смотрите как. Пошло-то дело. Очень даже хардкорненько. Ну что, попробуем еще парочку чуваков завалить. Тяжело достаются уровни. Надо было на тех уровнях сидеть, потому что здесь какие-то вообще хардкорные чуваки-бандиты. Утомитель, модификатор ударов.
уровню энергии. Пытка. Ну, знаете насчет уровня энергии? Я просто тогда это поставлю и не буду допускать, чтобы он меня первым бил. Да. Никакого типа модификатора ударов и всего остального. Так. Ой, попал! Ой, попал, ой, много. Ой, плохо. Точнее. Но в основном я атакую. Это хорошо. Бамс. Ох, хороший удар. Хороший удар. У него быстрее энергия, чем у меня закончилась. Он типа такой умный, думает. Я сейчас высосу у него всю энергию. В итоге у меня полная энергия, у него нету энергии. Да, но это хардкорец. Будем надеяться, что я следующий затащу бой. Потому что пока что у меня не особо это получается. Что это за костеом? Угу. Каждый нанесенный удар может понизить уровень ловкости противника. Это очень плохо на самом-то деле. Ну вот это не имеет смысла, наверное, брать. Давайте возьмем, знаете что, вот это вот. Большой мощный удар. Бамс. Рукой его долбани давай. Бамс, 6, 29, капец, вот это удар. One Punch Man. Наш герой One Punch Man. Вообще, как он слил. Прикольно. Мне нравится. И продолжим. Рискнем. Рискнем, реально рискнем. За 15 очков это имеет смысл. 15 ловкости у него. Ну... У него есть уклонение, причем неплохое такое, перекресток. Поэтому, в принципе, инициативу нам держать не нужно. Нам нужно тоже перекресток поставить. И, естественно, дебафать его. Я знаю, каждому подход могу найти. Надеюсь, и к тебе найду подход, чувак. Бамс. Ай, зараза. Ай, зараза, чё ты меня бьёшь? А если я тебя буду бить? Зараза, он меня истощает! Сильно истощает! Чуть-чуть не истощил полностью. Меня не надо истощать. Давайте вот это поставим. Это сколько стоит? Семерочку или сколько там? У нас одинаковая ловкость, вот в чем проблема. Ну почему у него быстрее регенится вся эта фигня? Я не понимаю. Пожалуйста, победи! Победи! Чувак, победи! Бамс! Ай, больно! Ай, больно! Капец, по мне урона много наносится. Чё-то ловкач... Против ловкача это очень плохо. Мне это совсем не нравится. Удар в кадык. Может, что-то подешевле есть? Вот это может быть. Удар в кадык все равно неэффективен. Ну, пожалуйста, ну, блин, почему на меня? Он меня как-то бьет постоянно. Это хреново. Это очень хреново. Да, мне хана. Мне явно хана. Ну что, ва-банк? Короче, через One Punch Man'а действуем.
Бей его. Бей, бей, бей. Пожалуйста, выдержи. Выдержи, у тебя ловкость повышена. А опять здоровье против 11 здоровья. Кто кого победит? Я победил! Я победил на последнем издыхании. Ну что, давайте дальше. Продолжить. Нет, ни за что не продолжить. Ужас. Очередной район, типа, покорить надо. 10305. Теперь надо здоровье восстанавливать. Зараза. Заразушка. Чем дальше будем заниматься? Интересно мне. А чем вообще тут можно заниматься? А, точно. Я знаю, чем можно заняться. Чем бы заняться? Не тратя время путешествовать, я думаю, стоит. Так. Ну что, короче, One Punch Man, давайте. Бам! Сразу 9 урона. Еще один урон. На тебе еще One Punch Man. Капец, по 9 урона это неплохо. Бамс. Урона-то наберется много. Хороший удар у черепахи я нашел. Вот этот вот удар ногой, который такой же, как удар в кадык, дает дебаф. Это вот то, о чем я мечтаю. Потому что ногой... урон больше, при этом тот же дебаф, а стоит он, по-моему, даже меньше, чем удар в кадык. По энергии. 19. Ну что ж. Значит, попробуем здесь еще что-нибудь подкачать. Да, немножко осталось еще. Надеюсь, ниже 12 не спустится. Ну, наверняка спустится все-таки. Так. Теперь сюда. Непрерывные тренировки. Это капец, симулятор Манчкина какого-то. Чё, уже и колесо тебе надоело? Ну ты, батя, вообще даешь. Всё ему надоело. У нас, кстати, все увеличивается и увеличиваются бабосы. Это хорошо, несомненно. Выносливость, значит. Выносливость это тоже хорошо. Давайте ее вкачивать. Бамс, бамс, бамс. 12. Нужно побольше прокачать. Так, опять колесо. Чтобы силу повысить. Колесо только для силы и нужно. Хотя оно, в принципе, все довольно неплохо поднимает. Но, блин, силы это основное все-таки. Так, опять. Ловкость. Ну, сила она, то есть, на 2 единицах меня она устраивает. Больше мне абсолютно не нужно ставить. Блин, мне бы выносливость на 13 зафиксировать, но сейчас у меня очков на это не хватит. В принципе, выносливости мне 12 просто за глаза. Она у меня уже не кончается. 12 это идеальное количество. Бамс, 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 понемножку. Опять сюда можно. А, сюда тоже не хочет теперь. Ах ты ж сволочь, ты чё ничего не хочешь? А что же он может захотеть еще? Вот это, например, может захотеть, да? Я ведь прав?
через один день. Ну ничего так. О, стоп, я могу с этим пофайтиться. Но у нас нет жратвы на это. Поэтому нужно накупить жратвы и побольше. Одна пицца, конечно, здесь есть, но это не то. Это мало. Так, так, так. Но у меня деньги есть, почему бы не накупить мне достаточное количество жратвы. И попробуем пофайтиться с нашим великим Доном. Так, так. Так, и так, так. Не скупимся на жрачку. Теперь захавываем все это. Заховываем. 2, 3. Смотрим. Вроде нормально. Еще 2. И еще 1. На всякий случай. Да, много, конечно, потратили, но ничего страшного. Главное, что здоровье полное, и можно нам пофайтиться прямо сейчас. Так, у него есть бэкдроп, причем не улучшенный, не такой, как у меня, неукротимый. Капец, у него больше ловкости. То есть он по мне будет пробивать, и причем жутко пробивать. Поэтому нужно держать инициативу на самом-то деле. Мы по нему будем промахиваться, поэтому лучше змеей действовать и вообще не терять инициативу. Попробуем, в общем. У него и отличная растяжка есть. И, в общем-то, все очень-очень плохо. И сила 3. Вот сила 3 и низкая выносливость, это то, что, я думаю, его подведет. Майти Брюс. Могучий Брюс. Брюс Ли, что ли? Чё-то он вообще... хреновый. Хотя нет, не такой уж и хреновый. Так, так, так. Ай-яй-яй, напихивает сильно. Сильно! Так. Нет, нужно его дебафать явно. Если выживем, конечно. А-а-а! Нас немножко долбанули. А-а-а, жопа. Жопа, жопа. Значит, вот это убираем. Вот это ставим, вот это убираем. И вот это, наверное, ставим. Будем его энергией давить. Так. Так. Ай-яй-яй, напинывает, сволочь. Но у него меньше энергии. Сейчас мы его на этом подловим. О, у меня еще меньше энергии. Что за жопа? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что он творит? Он напинывает бешено. О-о-о, Брюс, Брюс, Брюс. Техника мимо, давайте. Ай-яй-яй, больно. Дебафни его посильнее. Дебафни, есть, мы его опрокинули, отлично. Теперь за нами сила. Вроде бы. Давай же. Да, да, мы его победим. Мы его победим, мать же ж вашу, победим, просто победим. Так, 6 осталось, сейчас продержаться немножко и все. Да, мы победили Брюса. Угу. Награда 1500. Прикольно. Хотя, может, и так себе. Мистер Пимпсман. Стоп, а нам нужно 1500 для 4 уровня. Что за пимпсман? Это какой-то усложненный режим игры, короче. Таких хренов не должно быть нигде.
А тут они почему-то есть. Так, ну что ж, пойдемте, значит, качаться. Ну, денег нам теперь на все хватит. Вот в чем, а в деньгах недостатка нет. О боже. Так, покрышку давайте. Покрышка, покрышка. Моя ты малышка. И покрышка тебя не устраивает. Ничего тебя не устраивает, ублюдок. Больной ублюдок. Вот что я могу о тебе сказать. Так, давайте-ка что ли сюда смотаемся по-быстренькому. Спарринг. Да. 3 очка не помешает. Нам нужно перки качать, явно. Брюса мы победили, ура! Мы победили Брюса. Хотя это было не так уж и сложно. Хотя, чё я вру. Это было очень даже сложно. Мне нужно в черепаху вкачиваться. Явно. Вот тот вот ножной удар плюс перк типа на уменьшение урона. Вот эти вот две вещи, они мне очень пригодятся. Давайте вот так вот заделаем. С этим-то мы расправимся запросто. Как я его вообще не убиваю к концу первого раунда? Странно это. Везет ему, зараза. Кулачком его, кулачком. Бамс, бамс, сейчас опрокинем. Нет, не успели опрокинуть, ну и ладно. Все-таки я ловкач, а ловкачи обычно не опрокидывают своих жертв. Так, главное не щелкнуть пешком и не потерять полчаса драгоценных. Это же драгоценные полчаса! О боже, если мы их потеряем, то мы все потеряем. Так, давай же 2, 2, 2, 2. Два я хочу. Я хочу 2. Ну как так? Так гораздо лучше. Окей, будем... Блин, сверх 12, а зачем мне сверх 12 его качать? Ну, можно, конечно, попробовать до 13. Я думаю, у нас это даже получится. Но смысл в этом? Какой в этом смысл? Скажите мне, пожалуйста. Ща напинаю. Так, давайте еще здесь повысим. Раз, два, все, 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 все. Ой-ой-ой. Сюда, короче, наверх. Хочу наверх, хочу наверх, хочу наверх побыстрее. Хочу наверх я и побыстрее. 2 бакса, ничего страшного. Да, действительно, я с каждым днем и есть все сильнее. Поэтому и выгляжу все сильнее. Потому что я и внутри все сильнее, в принципе. Больше пиццы, богу пиццы, чтобы лечиться. Кто бы подумал, что, казалось бы, пицца, она тут для этого, для прикола. Но без нее ты, например, с этими черепахами... Ой, не черепахами, блин. С крокодилами не подерешься, если ты ее не будешь есть. Ну, скорее всего, не подерешься. Плюс еще и она неплохо хиляет нашего персонажа. А когда у нас сейчас денег много, то есть она имеет смысл. А сперва я думал, что она бесполезна фактически в игре. Оказалось, что нет. Вот так вот никогда не подумаешь. Ну что, можно сражаться, но это мы будем делать в следующей серии. А сейчас всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока-пока!